Здравствуйте. Вениамин Кондратьев на днях отметился таким простым, но действенным пиаром. Он в Краснодаре, якобы остановившись, увидев, что семья терпит бедствия, потому что там дожди выпали, чуть ли не наводнение было в Краснодаре, и на своей машине спас вот эту вот семью, маму, папу и ребенка. Давайте посмотрим это замечательное видео. Доча, ты даже не представляешь, кого потом увидишь, кого встретили. Нас губернатор будет подвозить до дома. Замечательное дело, спасение жителей Краснодарского края. Но есть для губернатора гораздо важные дела. Если он не знает, мы ему подскажем. Смотрите. Есть у вас такой застройщик, Ава Групп. Мы уже много о нем говорили, как они строят, как они вводят свои дома в эксплуатацию, что потом с ними происходит. Но мало того, что построит Ава Групп, они потом этот дом берут в управление, то есть ставят свою управляющую компанию, чтобы, так сказать, зарабатывать еще и на жильцах. Есть такой жилищный комплекс, находится в Краснодаре, Бородинская, дом 10. Это первенец Ава Групп. И когда они его построили, это где-то 12-й год был, они туда заселили, я имею в виду руководство групп, и своих родственников, и каких-то сотрудников. Конечно же, поставили туда свою управляющую компанию. Ну, чтобы жильцы, которые купили там квартиру, без присмотра не оставались, чтобы управляющая компания за всем следила. И вот как оно следит, дело-то вот тут как раз интересное. У нас скоро выйдет такое большое интервью с жителями вот этого дома, Бородинская, дом 10, где управляющая компания «Уютный дом», ну что уж тут говорить, доит жителей. Ну, разными схемами, о них мы расскажем вот в нашем интервью более подробно, с документами. Давайте посмотрим небольшой такой кусочек. Выяснилось, что в 22-м году проводился ремонт третьего подъезда. Мне на руки попался акт выполненных работ. Получается, данный акт выполненных работ подписал собственник квартиры 268 Арутюнян Татус Рубинович. Данный ремонт вообще не был произведен. Вроде бы ремонт-то сделан, но его нету. На бумаге есть? А бумаги даже подписаны. Подпись жильца этого дома Татоса Арутюняна. Это брат владельца Ава Групп Вагана Арутюняна. Но вот такое совпадение. А вот еще, смотрите, какой интересный акт. Это о том, что все хорошо, что ремонта не нужно, что вообще все отлично, все удовлетворяет. Трубы хорошие, вот вы видите сейчас эти трубы, которые удовлетворительные стены. Тут вот все течет, все это видно. И смотрите, тоже все удовлетворительно. И чья подпись? Опять подпись со знакомой фамилией Арутюнян. Вот такое совпадение. И это только один дом. А скоро Ава Групп получит в свое распоряжение 800 гектар, которые находятся на северо-востоке Краснодара для освоения. Построит там, конечно же, дома замечательные, на этом заработает. И, конечно же, туда она поставит свои управляющие компании, чтобы жильцы этих 800 гектар, которые освоит Ава Групп, не оставались сиротами. Чтобы было кому там ремонт сделать, вот трубы подделать, чтобы водичка не текла. А уж мы видим, как Ава Групп, ну не Ава, конечно же, Групп, а управляющая компания, которая с Ава Групп связана, как они умеют следить, как они ремонт умеют делать, как они умеют подписывать всякие акты. В общем, как бы учиться и учиться. И скоро у нас выйдет интервью вот с жителями этого дома, Бородинская, дом 10 в Краснодаре. Я хочу обратиться непосредственно к Вениамину Кондратьеву. Посмотрите это интервью, посмотрите, как жители Краснодарского края, конкретно вот Бородинской, дом 10, живут, как ремонт происходит в их доме, или точнее сказать, не происходит, как работает управляющая компания, которая связана с Ава Групп. А впереди у них еще, как я уже говорил, 800 гектар освоения земель краснодарских. Что там-то будет? Может быть, вы не знаете просто, как дела-то обстоят. Конечно же, вы все знаете. Может быть, вам просто кто-то мешает. Кто-то мешает навести порядок. Вы напишите письмо на мою фамилию. Гнеушев Евгений Николаевич. Главный редактор «Момент истины». Изложите все. Вот кто вам мешает навести порядок. Мы обо всем расскажем. Анонимность гарантируем. И дело-то, конечно, хорошее. Помочь семье краснодарцев. Ну, ваша ли это работа? Ваша работа – наладить работу тех служб, которые должны отвечать за спасение от подобных семей краснодарцев, от подобных бедствий. Наладить порядок среди застройщиков, среди управляющих компаний. И вот
Мы надеемся, что после того, как вы семью спасли от наводнения, от этого бедствия, вы возьметесь за застройщиков, за управляющие компании. Вот, допустим, как вот на Бородинской, дом 10. До свидания.